Всем привет, дорогие друзья, это снова Пол из Австрии. Мы находимся сейчас на Мёдлинге. Это за Веной, немножко подальше от Вены, чем мы всегда ездим. Мы находимся сейчас в штат Бад Мёдлинге, то есть в городском бассейне Мёдлинга. Вот мы видим сейчас 12.31, плохо видно. Люфт-температура 32, то есть температура воздуха 32 градуса. Температура бассейнов 25,7. Вот, здесь вы видите лежаки, множество лежаков. И бассейн, один бассейн, ну, как обычный бассейн, наверное, большой. Ну, как обычно, везде, в любом городе, как сказать. Вот, там такие вот места отдыха. Есть детская площадка игровая. Ну, часть, как это, медчасть. Потом написано «Бадмайстер», то есть мастер по бассейну, да. Наверное, что-то исправляет, какие-то недочеты. Вот. Ну, а мои ребята, это Тимофей и Юля, они купаются вот с вот этой вот... Ну, они плавают с вот этой вот синей горки, вы видите, да? Вот он, обычный бассейн. Вот он. А дальше там есть еще кафешка вот там. Ну, туалеты, понятно, души, раздевалки. Вот. Сейчас покажу вам, как они спускаются с этой горки вдвоем. Специально пошел, взял телефон в раздевалке. Надо забраться вот туда, вот на туда по лестнице, на самый верх. И спуститься. Так, где наши ребята? Ага, наши ребята, вон они плавают. Видите, там такая, типа как водоворот воды. Вон они. Давайте наверх! Вот, а вот в этой вот красной штуке, вот в этой вот, там как бы вода ходит влево, вправо, вверх-вниз, как сказать, не знаю, наверное, вибрация воды, не знаю. Да. Вот. Ну, сейчас они полезут наверх и поедут, я вам это покажу. Да, еще забыл показать, вот такой вот детский бассейн есть, с маленькой горкой, видите? Так, уменьшу назад. Ну, то есть, большой бассейн, метров, наверное, 25-30, там, может, даже и 40. Вот маленький бассейн. Небольшой, неглубокий. Ну и вот он, бассейн. Вот эта желтая горка закрыта сейчас. Ну, может быть, и к лучшему. Вот указатель здесь. Трамплин, фузваль, волейваль. Вот там вот есть площадка с батутом. И можно играть в спортивные игры. Сауна. Горка. Выход, касса и так далее. Туалет, буфет. Так, мои бойцы вон наверху. Вон, Юлина голова с Тимофеем. Они пропускают еще кого-то. Так, сейчас они вдвоем поедут. Ну, давайте уже. Так, ждут. Еще ближе, вот они, герои. Да, машут рукой, так. Смотрим. Ну, что-то они только машут рукой. Так. И... Так. Садятся. Поехали. Сейчас будете видеть их только тень. Вот она, тень. Ползет. Ну, не так уж и медленно, конечно. Так. 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 Сейчас увидите, как они вылетают. Так. Еще раз! Вот такие вот дела, друзья. Тимофею понравилось. Всем пока. Чао-чао.